Хунзахском районе теперь есть памятник народной поэтессе Дагестана Фазу Алиевой. Его открыли в честь юбилея в ее родном селе Геничутль. Здесь же прошли праздничные мероприятия, организовали и большой концерт. Все подробности у Любавы Масловой. Ее знают и любят во всем мире. Ее стихи и поэмы трогают до глубины души. Фазу Алиева – великая дочь Дагестана. В юбилейный год поэтессы в ее родном Хунзахском районе открыли памятник. Она будто живая, с ласковой улыбкой и в роскошной шали. Дагестанцы со всех уголков республики прибыли в район, чтобы возложить цветы к бюсту. Это запах и чистота наших родников, наш дух, который воспитывал, формировал Фазу Гамзатовну. И тут это проходит с особой теплотой, особым пониманием, особым гордостью наших земляков-хунзахцев, что она родилась именно здесь, в Хунзахе, Геничутле. Я просто счастлив, что в Центральном парке Хунзаха вот такое прекрасное произведение, которое будет притягивать к себе молодежь. Далее праздничные мероприятия продолжились во Дворце культуры. Зрителям показали документальный фильм о жизни и творческой судьбе поэтессы. Затем на сцене развернулось настоящее представление. Вот к матери прибегает маленькая Фазу, а здесь женщина заботливо укутывает девочку в белую шаль. Уроженка небольшого села Геничутль, скрытого в горах Хунзахского района, Фазу Алиева обладала талантом, который признал весь мир. Она написала более сотни поэтических и прозаических книг. Их читают и цитируют наизусть. За выдающийся вклад в развитие отечественной литературы и высокую гражданскую позицию Фазу Алиева удостоилась высокой награды ордена святого апостола Андрея Первозванного. Фазу Алиева останется в нашей жизни как величайшая личность, как великая мать, как замечательная, красивая дагестанка, горянка. Она показала миру Дагестан с солнечной стороны, со стороны наших прекрасных законов, адатов, красоты, добра, всего того, что есть у нас. Концерт продолжился чтением трогательных стихов поэтессы, зажигательной лезгингой и проникновенными песнями на родном языке Фазу Алиевой. А уже в наступающем году республика отметит год народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Любав Масло, Саид Кутиев, Паризат Курбанова. Время новостей, Хунзахский район.